блин. Да, никогда не был в Царицыне, очень рад, что здесь оказался. И очень много впечатлений. Поделитесь. Был вот сейчас в музее, да, это на Мамаем Кургане. Угу. Конечно, очень место святое. Ну и, конечно, очень радостно, что храмы строятся, такие красивые, основательные. А как вы храм увидели? Я видел 20 храмов. Мы объехали все равно. Нет? А храм Александра? Я знаю, на Карпатку видел. Как он был? Могущественный. Очень впечатляющий. А цель вашего приезда здесь? А цель такая миссионерская поездка. Вот. Встреча с духовенством епархии. Ну, о тех задачах, которые патриарх и высший церковный совет ставит перед духовенством. Я, так сказать, даже тему несколько разъяснений дал. И встреча с мирянами. Также, ну, чтобы приблизить, что ли, к общим церковным задачам местный христианский народ. А что вы сейчас видите главное в этой нашей ситуации для мирян? Какими быть нам? Главное – это возрождение нормальной русской семьи, многодетной. Иначе мы, ну, с исторического поля исчезнем, как народ и государство, будут другие люди жить. Вот. А второе – это активизировать церковную жизнь, возрождать жизнь общины, чтобы церковные силы удействили. Христианин был не только прихожанин, пришел в церковь и ушел, вот, а чтобы он трудился и умом, и сердцем, всеми своими физическими силами, чтобы удесятерить эти возможности. Вот это правильно. Объявление про это наше собрание, встречу, в основном расклеивались по храмам. Поэтому люди собрались, вот, в большинстве своем верующие и воцерковленные, да, частично. Поэтому тема, которая заявлена в выступлении, понятно, что о православии можно говорить много и бесконечно, и широко, но вот немного сузили тему о православной общине. Все мы с вами читаем о православной общине, начиная с эпохи первых христиан, как они молились, деяния святых апостолов, когда они носили жертву. Ну вот у меня так остались как бы ассоциации, впечатления из первых, что они носили жертву, продавали имущество, раздавали нищим, строили там, значит, места
для молитвы. И вот как бы и все так, и обрывается. Вот. И потом, значит, со времен там, Петра и церковь преследовалась, и общины, они так не развивались. И тем более последние гонения тоже общины были, они, так сказать, не в почете, а в гонениях. Поэтому людям трудно было собираться. Собирались на квартирах, как вот при Антонии Сурожском, который приезжал в Москву, другие, Розианский, и другие священники. И так вот были какие-то самиздатовские книги, литература. Ну, все это как катакомбная такая, вот на этажная такая община, церковь. И вот сейчас все разрешено. И стали проявляться первые попытки вот таких общин. Ну, сразу хочется сказать, уже на мое наблюдение, наше наблюдение по вот нашей епархии, по другим, что те общины, которые начинают в себе как-то замыкаться, ну, то есть начинают отсекать, сортировать, вот ты такой, более преданный, ты более там подвижник, там, и то отсекают других как ненужных, то она все равно потом сворачивается и заглухает. Поэтому, конечно, определение общины – это для всех и на всех ориентируется. И вот как люди могут участвовать? Значит, первый вопрос – как попасть в церковь, кто еще не попал, что его смущает, что он боится. Потом, попав туда, как себя вести, что можно там делать, что нельзя делать, да, как помогать церкви, приходу, общине. Ну и вот самый третий вопрос, я хотел бы который поставить, как священник и как вот сталкиваясь с этими вопросами, проблемами, что сделать мирянину, вот вы меня поймете, если он видит, что еще можно сделать на приходе, должно сделать на приходе. Но у священника, например, не хватает до этого рук или времени, или просто вот какого-то вот даже, ну, вот заметки такой. Вот как может этот мирянин помочь священнику именно вот с такой вот позиции, в то же время без упрека, ну и дело это дело. Ну, встречу вот даже людей, то есть все то, о чем сейчас говорит на каждой проповеди Святейший Патриарх, что главное – встретьте людей с улыбкой в церкви. С улыбкой. Это не протестантская, это вот общая, так сказать, человеческая. И спросите, как, что помочь, какие, значит, надо. Вот есть категория даже людей, я заметил, у нас приходят, которые приходят в церковь, когда нет служб. Вот такие вот межслужбнички такие, они стоят молятся, могут час стоять молиться, два, ставят свечки по-своему, все как-то они это произносят, общаются и уходят. Если начинается служба или появляется священник, спрашивают, так что вы, как вы, что? Все, мы свое сделали, мы вот помолились с Богом, мы к Богу пришли, и у них происходит такое разделение, вот Бога, к которому они пришли, от священника и тем более служащих, которые там находятся. Вот чтобы не было такого разделения, все понимали, что это тело Христово и устроение Божие, что все служат Богу, это не чей-то там храм, не священника там, не служащих, не старосты, а это дом Божий. И вот вопросы очень, в общем, сложные и мне даже вот не все понятные, ну и вам, наверное. Вот поэтому поступим мы по такой схеме уже 2 дня, слава Богу. Это чудо, что на 2 дня, чуть даже больше, отец Мит приехал, оставив там передачи, все такое. И отработано у нас так, что отец Дмитрий рассказывает об общине с православным пониманием и такой доступной общине, как у него есть такие общины в 8 приходах, где он настоятель, с 500 сотрудниками, с которыми он работает, несет это дело, несколько, значит, его мысли об общине, а потом, естественно, вопросы, ну и следить, так сказать, за телефоном и за порядком. Итак, община. Церковь Христом Богом нашим была организована как община. Апостолы жили одной семьей, имели общие задачи. И эта Иерусалимская община стала вот первым, ну, можно сказать, сначала приходом, а потом разрослась.
до размеров города, потому что от проповеди апостолов люди обращались ко Христу тысячи. Вот. И сначала евхаристическое собрание было одно, а потом они стали множиться. Ну и апостолы в силу данного им Христом Богом служения разошлись в разные концы земли для того, чтобы повсюду зажечь огонь Христовой веры. И тоже вокруг каждого из них складывались общины, которые стали основанием будущей церкви. И почему именно община? Вот Бог создал человека не как индивидуума, а Бог создал человека сразу как семью. В Писании сказано, мужчину и женщину сотворил их. И даже показывает еще более такое плотное соединение, существует такой образ о том, как это. И навел Господь на Адама крепкий сон. То есть Ева была взята от Адама. Поэтому называется жена. Жена – слово славянское. От глагола происходит «отженить», то есть «взять». «Отженить» – это значит «взять». «Ибо от мужа своего взята бысть сия». То есть, муж и жена – это разделение одного человека, одного существа, потому что нехорошо быть человеку одному. А почему нехорошо? В чем эта нехорошесть? А когда ты один, тебе некого любить. Любить можно только существо равное. Поэтому, когда Адам проснулся, и он увидел Еву, он сказал, «Сия плоть от плоти моя и кость от костей моих». Что значит эти слова? Эти слова значат, что он ее полюбил как самого себя. Потому что ее плоть и ее кости – это его плоть и его кости. И вот в Писании сказано, что Бог сотворил человека по образу и по подобию своим. Бог, как он нам открылся, есть Святая Троица. Отец и Сын и Святый Дух. Единое божественное естество, которое явлено нам в трех ипостасях, в трех лицах, если говорить по-русски. Ипостась – слово греческое. Так же и человек существует на земле в трех ипостасях. Ипостась мужская, ипостась женская, ипостась детская. Три ипостаси одного единого человеческого существа. Ребеночек – это человек. Женщина – это человек. Мужчина – это человек. Но это три ипостаси одного и того же человеческое естество. Община – это есть образ семьи. И вообще церковная община, она тоже состоит из семьи. И задача каждой семьи, но я буду говорить только о христианских семьях, не буду говорить о безбожных, о языческих, о мусульманских, о еврейских, только о христианских. У каждой христианской семьи своя задача. И эта задача преобразить семью в домашнюю церковь. Для чего? Чтобы внести в семью, а семья – это Богом сданная такая субстанция, где три ипостаси живут вместе, для того, чтобы упражняться в любви. Потому что как
соединяется мужчина и женщина? По любви. Понравились друг другу, полюбили, решили создать семью. Вот. И от этого и рождаются дети. Господь дает им детей, похожих на них. Такой специальный механизм, чтобы каждый мужчина посмотрел на своего ребеночка, мальчика или девочку, и говорит: да сия есть плоть от плоти моя и кость от костей моих, как Адам когда-то. И любит ее, как самого себя. И для них трудится, для них старается воспитывать, учить, лечить, кормить, одевать, образовывать, тратить свою энергию тела, ума, души на своих подрастающих детей, любя жену, которая ему во всем является помощником. Поэтому община – это образ семьи, но уже построена не на биологических, природных началах, в которых нас заложил Бог как некий инстинкт, как у всех млекопитающих, а на духовных. И это высшая стадия развития человека. Христианская семья – домашняя церковь. Помимо вот, того, что мы наблюдаем у других существ, помимо человека, здесь еще мы развиваемся до такой степени, когда человек готов и жертвенную любовь оказать, вплоть до того, чтобы отдать жизнь. Вот на Мамаем кургане это очень даже хорошо продемонстрировано. Что пришли мужчины, как более сильная часть, для того, чтобы громить других людей, которые пришли, чтобы убивать и угонять к себе в Германию детей, потому что забирали только молодежь, вот, и убивать женщин, и вот мужчины их защищали, отдавая свои жизни для того, чтобы этого не случилось. Вот. Поэтому во времена советской власти церкви запрещалась всякая деятельность помимо храма. Сейчас, и мы вроде к этому привыкли и думаем, что церковь – это вот пришел на службу, отстоял, помолился, так сказать, взял просворочку, поднес домой, и там ее натощак съел со святой водичкой. Нет, это совершенно недостаточно. Вот. Нужно, чтобы вся жизнь человека была воцерковлена. Что бы человек ни делал, он должен делать во славу Божию. Поэтому не только в собственной семье, как малой домашней церкви, но и в церковной общине должно все зиждеться на фундаменте христианской любви. Для чего община? Чтобы учиться любви. А зачем учиться любви? А потому что если мы не приобретем любовь, то наша христианская жизнь теряет всякий смысл. Потому что Богу не нужно, чтобы мы читали от корки до корки молитвослов. Или жизнь проводили в поклонах. Или чтоб постились на хлебе и воде. Это как упражнение некоторое имеет некоторую пользу. Но цель христианской жизни, чтобы достичь высшей христианской добродетели. И вот эта высшая христианская добродетель, которую апостол Павел называет совокупностью всех совершенств. Чтобы стать совершенным, как Отец наш Небесный совершен есть,
Для этого христианин должен достичь христианской любви. Поэтому община дает возможность человеку расширить возможности своего ума, сердца, способности любить не только самого себя в своей жене, в своих детях, вот, хотя многие и это вот не умеют. Посмотришь, как большинство семей живут, более похоже на, так сказать, жизнь какой-то дикой собачьей стаи, нежели любящих друг друга людей. Таких счастливых, процветающих, любящих семей, их осталось совсем немного. Они так, как некие маяки, напоминают, как должно было бы быть. А так в основном все грызутся, как псы. Вот. А церковь занята чем? Преображением человека. Вот люди живут как псы, грызут друг друга, а потом уверуют, обратятся к Богу, уверуют во Христа и начинают каяться. А что такое каяться? Каяться – это из дикой собаки динго приобщаться в овцу стада Христова. Если это произошло, значит, произошло преображение человека. Если произошло преображение человека, значит, совершилось покаяние. Если он ходит в церковь, соблюдает пост, ведрами пьет святую воду, спалил 4 тонны свечей, объездил все монастыри, а остался как пес злой. Ну а какой смысл? Ну еще 4 тонны воды выпей. Искупайся во всех источниках. Лбом проломи раки всех святых угодников Божьих. Ну ты как был злой пес, так ты им и остался. А христианин, он должен быть добрым. А многие люди даже такой задачи не ставят. Они все в раздражении, в осуждении, у них мрачные лица. Даже не представляют себя, в чем состоит христианство. А христианство состоит только в любви. Вот. Поэтому путь к христианству идет через попытку исполнить и другие заповеди. А уже крыша этого дома, домостроительство спасения в любви – это вершина. Потому что, ну как ты сможешь достичь любви, если ты еще не достиг смирения? А как ты можешь достичь смирения, если у тебя нет терпения? Начинать нужно с простого – терпения, потом долготерпения, потом смиренно мудрее, потом смирение, а уже потом любовь. А одно без другого не бывает. Крышу никто не делает, сначала роет котлован, потом фундамент, потом возводит стены, потом стропила, потом крышу. То же самое и в нашем спасении. И вот пришло время, когда у нас есть уже храмы, они более или менее хорошо изукрашены. Нам есть где собраться для того, чтобы совершить божественную литургию, для того, чтобы соединиться с Христом Спасителем в Евхаристии, в благодарении Богу. За что? Ну, за то, что Он нам даровал жизнь. Это первое. Во-вторых, за то, что Он нас обратил к себе. Много людей не знают Христа, а Он нам открыл. Он нас избрал. Почему Он нас избрал? Мы самые красивые? Нет. Мы самые умные? Нет. Мы самые начитанные? Нет. Мы самые стройные? Нет. Мы самые физически сильные? Нет. А что же Он в нас нашел? Он увидел в каждом из нас для себя, для Бога, надежду. Что каждый из нас, несмотря на то, что он самый обыкновенный человек, он увидел для каждого из нас возможность стать христианом. Поэтому он нас
наградил, дал нам дар веры. И вот, следуя этому дару, мы имеем только возможность достичь христианского совершенства, которое есть любовь. И вот, начиная с того, что мы в своей семье, семью мы преобразуем в христианскую общину, там на христианских началах делаем вот свое дело жизни в семье, а в общине, в которую мы входим, в храмы, там мы трудимся для того, чтобы вся община стала христианской семьей. И еще вот у каждой семьи есть определенная задача. Это самая устойчивая и жизнеспособная, ну, такая клетка человеческого организма, где все родственники, они находятся вот в таких родственных кровных связях и обычно стараются друг другу помочь. Ну, какой-нибудь случай, вот недавно в одной семье там произошел. Жили братья, сестры, у них были жены, у них дети. И вот один сынок ехал на машине зимой, его занесло, он попал в аварию. Когда машина крутила, он сбил одну женщину насмерть. И когда насмерть сбивает, то полагается по суду наказание, тюремное или колония-поселение. Вот. И чтобы смягчить горе тех, кто пострадал, потому что потеряли человека, другая семья, у них горе. Все члены этой семьи, которые состоят из других семей, они каждый скидывается там по 100 тысяч рублей. И приносит тем, что вот на вот вам и на похорон, на то утешитесь. Никто не виноват. Лед, машину занесло, никто ничего не нарушал, скорость не была превышена, все трезвые. Горе. Ну вот мы, так как это наш родич, мы вам помогаем. Очень замечательное дело. Также обычно родственники... Ну, сейчас в меньшей степени все одичали, а христианцы забыли. Но раньше, даже если дом сгорел, все остальные старались помогать. И не только родичи, но и жители той же деревни, того же села, все вместе, в складчину, помогали. Почему? Потому что, ну, была любовь друг к другу. И поэтому выживание гораздо проще, когда все вместе, чем когда все порознь. И вот мы в церкви всю жизнь должны этому учиться. Церковная община – это есть школа любви. А литургия божественная – это главный урок в этой школе, где мы учимся Бога благодарить, где мы собираемся вместе на духовную трапезу, вкушаем пречистое тело и кровь Христа Спасителя в исцеление нашей души от грехов и нашего тела от болезней. В исцеление души и тела. Как говорит священник нас, причащает нас. Вот, поэтому пришло время нам начать новый этап своего духовного развития. Я прекрасно понимаю, что какая там церковная община, когда у многих и семья находится в тяжелейшем состоянии. Бывает так, что из всей семьи только один человек верует, и его вера настолько слабенькая, что он не может никого других обратить к себе. От чего это происходит? А потому что у него, у самого не хватает любви. У Beatles есть такая песня «All you need is love». Все нуждаются в любви. И если бы мы имели такую любовь, как имели вот первые христиане, к нам бы обращались
православную веру люди тысячами и десятками тысяч. Что бы их привлекло? А что и когда 2000 лет назад люди ходили, приходили к ним, смотрели на этих христиан, апостолов, их учеников и говорили: посмотрите, как они любят друг друга. Люди это в миру никогда не встречают. Что, как люди обращаются друг с другом? Возьми хоть детей, хоть молодых мужчин и женщин, хоть на работе. Отношение собачьего хамства. Если в церкви будет отношение любви, каждый человек, нуждающийся в любви, потому что человек создан для любви, он, конечно, сердцем на это отзовется и потянется ко Христу, узнав, что это, оказывается, Христос научил любви. И я хочу себе так. Вот. Поэтому цель, если мы хотим кого-то обратить ко Христу, в нашей христианской общине должна быть между собой любовь, отношение любви. Ну, гораздо больше, чем даже в наших полуразрушенных или совсем разрушенных семьях, где мат, безбожие, курево, алкоголь и одна только грубость. Поэтому у нас ничего не получается в воспитании детей, потому что вся атмосфера общества, в котором мы живем, это атмосфера злости, раздражения, гнева, зависти, постоянного недовольства и осуждения. В этом нет любви. И вот мы должны покаяться. А что такое покаяться? У нас обычно покаяться — это там что-то не то съел, что-то не туда пошел. Это неправильно. Покаяться — это значит полностью изменить направление своей жизни. С гнева, раздражения, осуждения на любовь друг к другу, готовность простить, не рассердиться, и пусть зло остановится на мне, чтобы оно дальше не пошло. А то бывает до того, что мать с сыном в суд идут, брат на сестру, ну и так далее. Вместо того, чтобы спокойно, мирно все решить. Вот это постоянно труда, все надо пробивать. Очень все идет тяжело, но, по крайней мере, есть такая возможность, которую 20 лет назад мы и мечтать не могли. Воскресную школу организовал при любимой советской власти. Батюшка дорогой, будьте любезны, в тюрьму. Я вот знал одного священника, он недавно умер. Он срок получил 5 лет за организацию подпольной воскресной школы. При советской власти, дорогой. Вот. Это самые последние годы. Вот. Это никогда там при Сталине. Ну, тогда сразу расстреляли. Без суда и следствия. А тут все-таки тюрьма. Вот. И уголек в Воркуте рубил. Вот. Ну вот, что я хотел, дорогие мои, вам рассказать. Теперь перейдем к вашим вопросам. Что значит словесная молитва? Словесная молитва, двоеточие, это та молитва, которую мы произносим вслух. Что такое умная молитва? Умная молитва — это когда мы совершаем не рассеянную молитву в уме. Что называется сердечной молитвой? Сердечной молитвой называется молитва, когда Дух Святый сам молится в нашем сердце, без усилий нашего ума и нашего языка. Что значит единая святая соборная и апостольская церковь? Единая – это значит собрание всех христиан всего мира. Свята – это значит, она есть хранилище
Святаго Духа, апостольская – это та, которая создана не какими-то людьми, там, Мартин Лютер, или Рональд Хаббард, или там еще какой-нибудь человек, который организовал свою, как он говорит, церковь, мы их называем сектами. А только те церкви, которые были созданы самими апостолами, которых призвал к себе Господь наш Иисус Христос. Так. Второй вопрос. Есть ли мнение церкви, или, может, ваше личное, по поводу предполагаемого претендента на престол из династии Романовых? Понятно, что у церкви такого мнения быть совершенно не может. Потому что, хотя в церкви бывают разные периоды. Но вот мы можем оценивать жизнь церкви при правителе любого из Романовых или там при большевиках. Когда лучше жилось церкви? Понятно, при Романовых церковь жила лучше. Теперь по поводу династии. Еще Ленин говорил, что Романовых нужно расстрелять всю мирную Екатинью. Что это значит? На каждой мирной Екатинье, на литургии, на вечерне, на утренне поминалась семья Романовых. Не только государь с императрицей, а и великие князья, и все они были расстреляны. Из тех Романовых, которые остались по закону Российской империи, ни один не легитимен. Нет ни одного легитимного наследника, который мог бы стать главой нашего государства. Поэтому, если у нас народ, ну, как бы созреет для того, чтобы вернуться к монархии, нам нужно создавать новую династию. У нас была династия Рюриковичей, у нас была династия Годуновых, у нас была династия Романовых. Может быть, будет Петровых или Сидоровых. Это уж как народ решит. Вот. Но из Романовых легитимного преемника нету, что бы ни говорили. Есть законы, все исследовано, по этому поводу даже написано целые книги. К сожалению, если бы был легитимный, можно было бы его призвать на престол. Вот у болгар есть легитимный наследник престола, он даже у них какое-то время поработал премьер-министром. Двое моих ближайших кровных родственников совершили суицид. Возможно ли их вымолить? Если да, то как? Ведь церковь не молится за самоубийство. Спасибо. Хотя в русском языке есть такая форма «вымолить». Это... мы употребляем этот глагол, когда уже совершилось. Ну, чаще всего некоторая женщина не может родить дитя, молится 15 лет и вдруг забеременела. Мы говорим «вымолила», то есть знаем, что она молилась. Но никакого механизма по вымаливанию нет. То есть на самом деле, если человек один раз сказал «Господи, помилуй», имея в виду, что хочу стать мамой. И, или она произошла, произнесла это 50 миллионов раз. Не играет никакой роли. Все равно Бог слышит и знает, кому послать 15 детей, а кому ни одного. Это Он сам знает. Поэтому дело не в вымаливании, а в дело в готовности человека стать матерью с точки зрения Бога. Если Господь увидит, что такая-то женщина в
вполне может стать хорошей матерью и вырастить ему, Богу, христиан. Господь даст таких детей. Вот. Поэтому кто покончил с собой. Только Господь знает и может судить этого человека. Почему церковь не молится за самоубийц? Не потому, что она их наказывает, а потому, чтобы, когда вводилось это правило, все люди были верующие. Сейчас нет. Поэтому люди даже не знают, грех это не грех, вообще все грех. Вот. Но дело даже не в том, что в грехе дело, а дело в том, что человек не имеет никакой надежды на Бога. Получил мальчик двойку и прыгает с 8-го этажа. То есть он находится в таком ничтожном развитии своего ума, что из-за какой-то двойки по алгебре готов. Или там что, учительница ему что-то сказала, он обиделся, и чтобы вот выразить свое «я», он это делает по гордости. А больше ни почему. Вот. Или психическое заболевание. Знает Господь. Каждый родственник может молиться за него. А у церкви есть такое правило. Для того, чтобы сохранить людей от суицида. Чтобы они по всяким пустякам не кончали жизнь самоубийством. Вот для чего это дело. Поэтому никакого механического вымаливания не существует. Вот автор спрашивает, как? Пожалуйста, скажите участь убиенных молодых людей руками врачей с целью изъятия органов. Я не знаю. Это вопрос не ко мне, а к судьи, а судья нам будет Бог. Какова участь убийц врачей, если они покаются? Опять, если человек понимает, что такое покаяться, то что в истории так бывало, что разбойники каялись, и пьяницы бросали пить. И апостол Павел был гонителем христиан, а стал величайшим первоверховным апостолом. И от этого участь меняется и на земле, и на небе. Ответственны ли мы за своих родных, что они не ходят в храм? Или каждый отвечает за себя? Конечно, каждый отвечает за себя, но у нас есть ответственность все равно. Потому что если бы мы явили бы этому человеку, нашему родственнику, с которым мы в невольном общении, христианскую любовь, настоящую, может быть, он обратился ко Христу. То есть в этом наша христианская ответственность, а не родственная. Души младенцев, убитых в чреве, попадают в рай? Об этом ничего не сказано. Мы только знаем, что 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме, мы их прославляем как мучеников. Те младенцы, которые убивают собственные мамаши с благословения папаш, то их участь подобна младенцам, которых царь Ирод убил, чтобы найти среди них Христа Спасителя. Поэтому можем думать и надеяться, что Господь души этих совершенно невидных деточек Господь взял себе. Но об этом мнения церкви нет. Я убийца, сделал аборт. Что делать? Как теперь выпросить прощение у Бога? Да и возможно ли? Если человек покаялся, то повинную голову меч не сечет.
старинная русская пословица. Да, ребенка не воскресишь. Если ты стал убийцей, навеки на тебе лежит печать Каинова. Потому что если ты ограбил банк, ты можешь продать квартиру и отдать деньги. А если ты убил человека, воскресить ты не можешь. Поэтому это аборт – это самое страшное злодеяние, которое только может сделать человек на земле. Потому что оно отягчено тем, что ты убиваешь не врага, а того человека, который бы тебя потом хоронил, хотел бы на родительские тебя бы поминал, который бы тебе подавал воды, чтобы запить лекарства, когда ты будешь старая и больная. Вот. Ты убиваешь свое дитя. Понятно, хуже этого нет. Это похуже, чем Паулюс вел свои войска, на Сталинград. Он убивал русских, которых считал неполноценными людьми. Что-то вроде обезьян. Это, конечно, ошибка. Русские не хуже немцев. А я, кажется, сказал, в чем-то и лучше. Но он так считал. Но он убивал чужих. А когда матери, потомки тех, которые сражались, защищая свободу и независимость на Мамаем Кургане, сами убивают своих детей, а потом боятся, как бы мы его единственного сыночка в армию не забрали, то лучше вспомни того, которого ты пришила ни за что. Это самое худшее злодейство. Но пока человек жив, если его земля не разверзлась под ним, если цунами его не утопило, если молния с неба не сошла, его не убила на месте, значит, Господь ждет покаяния этого человека. А ждет покаяния для того, чтобы его простить. Что значит «заградит»? Вот тут цитата. «Благословение на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие». Это надо в контексте. Уста праведника – источник жизни, уста же беззаконник заградит насилие. То есть, если человек беззаконный, то к нему применяется сила для того, чтобы заградить его мерзкие уста. Как молиться в трудной ситуации, когда не знаешь, как поступить? Очень просто. Складываем пальцы троеперстно на лоб, на живот, на правое плечо и налево. Господи, помилуй. Вот так. Как вы относитесь к переименованию Волгограда в Сталинград? Я бы предпочел не переименовывать город, а вернуть ему старое исконное название – Царица. Понимаете? Некий мальчик назвали его Ваней, мать его Ваней крестили. Потом мама померла, мальчика забрали в детский дом, назвали Васей. И вдруг он вспоминает, оказывается, я же Ваня. Чем ему придумать какие-то новые имена? Оккупационная коммунистическая власть пала. Зачем нам? Да, был исторический период, мы это никогда не забудем, что город с такого-то года по такое-то именовался Сталинград. У меня даже тут эпизод рассказали, я батюшке рассказал, там на каком-то курорте встретились немец и русский. Они стояли в очередь, русский впереди, немец сзади, всем что-то толкался, что-то им объяснял, лез вперед. Русскому надоело, а он не знал ни слова по-немецки. Он обернулся, стиснул зубы, говорит: «Сталинград!» И немца сдуло, и он вообще как помнит. Поэтому Сталинград – это имя такое известное на весь мир. Ни один немец не знает,
что, ну, кроме историков, конечно, немцы очень сильные историки, что раньше город назывался Царицын. Мы знаем, кто город построил. Это именно вот, острог построил первый Петр Алексеевич, потом Екатерина Великая основала город. Вот это вот они основатели града. Причем тут Сталин? Да он не бывал здесь ни разу. А может и был, но и все раз. Все по телефону. Он на передовой ни разу не был. Поэтому, ну, был период, он был там глава государства, в честь него там, ну, понятно, назвали, по какой причине, тоже понятно. Ну, так сказать, совершенно это трагическая история. Ее не надо ни в коем случае забывать. Прекрасный памятник Вутечич, так сказать, создал. Наш храм вообще стоит одним концом, упирается в улицу Вутечича. Там мастерская у нас в Москве. Я там в ней был, рядом с нашим подворьем. Так сказать, все очень уважаем. Культура действительно прекрасная. Я в молодости был скульптором, в этом хорошо разбираюсь. Замечательно. Вот, памятник, все, все прекрасно. А уже героизм русских людей, хотя там были и грузины, и татары, и якуты, и там все сражались. Но все русские, все 200 народов, живущих в России, это все русские люди. Все это прекрасно. Но город-то Царицын, парня-то назвали Ваней, а не Васей. Надо вернуться к названию, каким его окрестили изначально. Итак, не только с городом, со всеми городами надо, со всеми улицами, поселками и прочее, прочее. Только оккупационная власть меняет название для того, чтобы народ забыл историю. А нам надо помнить. И история Царицына – это было столетие, а не несколько лет. Это поважнее, чем даже Великая Отечественная война в истории города. Городу 300 лет, то есть 400, как говорится. Так что я вот так отношусь, а так уж как хотите. Владимир Владимирович сказал, как народ решит, да вот вы и решайте. В творении к преподобному Никодиму Святогорца, невидимая брань, преподобный Никодим поучает нас в борьбе с гордостью ума обуздывать быстроту ума своего и покорно подчинять свое мнение мнению других. Отец Дмитрий, подскажите, если знаете, либо помните, какие еще есть средства или приемы в борьбе с собственной гордостью? Из святоотеческих наставлений. И подскажите, как душеполезнее практиковать учение, по учениям Никодима Святогорца, а покорно подчиняться мнению других, мужу в семье и человеку, который является руководителем, чтобы не возгордилась жена и чтобы коллеги на работе тебя не сожрали, принимая твое смирение за слабость или малодушие. У меня был один прихожанин, очень известный в Москве врач, пульмонолог. Но он знал не только легкие и дыхательные органы тела человеческого, но мог вообще-то по любым вопросам. Всю медицину знал. От стоматологии к кардиологии, кончая до, так сказать, всяких мозгового кровообращения. Ну, доктор наук, руководитель целого института. Когда он входил в институт, все прекращали разговоры и вставали. То есть при нем ни один сотрудник не смел даже разговаривать. Почему? Люди перед ним благоговели. А он, этот человек, никогда не повышал голос. Был добрейший и смиреннейший человек. В храме стоял, в самом таком уголке укромном, я даже не всегда видел, пришел он или нет. Вот стоит великий человек, с одной стороны, скромнейший, смиреннейший,
который я даже не могу представить, чтобы он с кем-то когда-нибудь поспорил. Но к нему было такое уважение, что ни одному сумасшедшему даже не пришло бы в голову с ним спорить. Вот если мы таким станем, то ничего не угрожает, что нас сожрут или там еще чего. Никому в голову не придет. Как Авва Дорофей говорит, анафема моему мнению. Гораздо полезнее выслушать мнение другого и уступить. Гораздо полезнее. Почему? Нужно думать прежде всего о безгневии. Вот. Мы, надо всегда помнить, что мы представители не коммунистической религии, где каждый пенек свою точку зрения отстаивает. Это безумие. Чем человек умнее, он гораздо смиреннее. Так христианин и должен действовать. Тогда истина скорее восторжествует. В спорах никакая истина никогда не рождается. Просто очень много штампов у нас, у русских людей, благодаря неправильному воспитанию, засели. И чем глупее человек, тем он больше настаивает на своем мнении. Чем меньше, чем больше ума в человеке, тот ведет себя скромнее и скромнее. И вот христианин призван Никодимом Святогорцем именно к такому поведению. Гордость. Гордость, как святые отцы говорят, вытесняется из сердца человека смирением. Ну, что толку? В том, что ты прав. И отстаиваешь гордо свою правоту. Чем это кончится? Гордость заполнит твое сердце, и ты в своей гордости умрешь. А Бог гордым противится, и только смиренным дает благодать. Любая точка зрения любого человека, если она в гордости, она смешна. Что такое человечек? Маленький, глупенький, ничего не знающий червячок. Поэтому сама наука, она постоянно сама себя отрицает через каждые там несколько десятков лет. То Альберт Эйнштейн, какой гений, то раз теория оказалась неверна. И так далее, и так далее. Вот. Поэтому человек должен вести себя смиренно. И Бог смиренным только дает благодать. А мы-то христиане, для нас важнее благодать Божия, чем упорство в своей точке зрения. Вот что этим хотел сказать Никодим Святогорец. Когда государство возьмет на себя хотя бы часть расходов по содержанию церквей? Это когда государство в лице премьер-министра, президента на коленях будут у меня просить, чтобы я стал главой государства. Я тогда тут же полбюджета страны отдам церкви. Но я никогда не променяю священство на царство. Потому что священство выше царства. Поэтому это бесполезно меня уговаривать. Поэтому никогда. Почему батюшки должны бегать как гончие, чтобы заработать деньги для нужд своих церквей? Уже складывается впечатление, что церковь – это тоже бизнес. Бизнес в переводе с английского языка значит «дело». Литургия в переводе с греческого значит «общее дело». Поэтому надо выбрать язык, на котором говорим. Да, церковь – это дело. Поэтому, пожалуйста, или можете говорить по-английски. Церковь – church is business.
Ну, it's good. Как бороться с осуждением трудником в церкви, когда прихожане не кладут или мало кладут денег в тарелку? А ваш какое дело? Вот уж, это совершенно не дело трудника. Ты стой и улыбайся ласково. А уж доброхотное даяние только любит Бог, а не из-под палки. Поэтому, когда принуждают жертвовать, мне кажется, это вообще некрасиво. Я когда еще был молодым человеком, ходил в церковь, мне это как-то так было неприятно. И как только я стал священником, я сразу это отменил. Никакими тарелками, никаких плат за требы. Покрестили. Хочешь, вот кружка. Клади сколько хочешь, мы не смотрим. Никто за тобой не следит. Повенчали? Пожалуйста. Хочешь, плати. Не хочешь, не плати. И у нас доход не меньше, чем в других храмах. В патриархию у меня 6 храмов на дотации, мы их содержим, а 2 храма зарабатывают. Один храм сдает в патриархию 1,5 миллиона, а другой 1 миллион. И на патриархию хватает, и на содержание остальных 6 храмов, где нет таких доходов, там деревенские, приписные, крестильные, но службы там идут. Так что только доброхотное даяние. Мне натолкнуло на эту мысль, мы первые в Москве, которые не стали вообще требовать никаких денег за записки. Нет никаких заходных, проходных, заказных. Плачь. Вот записка за здравие. Сколько хочешь, столько и давай. Один дает 50 рублей и благодарит Бога. Другой дает 1 миллион. Бывало, в кружке находишь связанную скотчем 1 миллион рублей. Ну, кто-то записочку подал, 1 миллиончик положил. Один за крестины дает 100 рублей и благодарит Бога. Другой дает 1000 долларов и благодарит Бога. Мы в конце там, недели собираем. Бывает вообще мало, бывает так много, что даже тот, кто ревизионная комиссия проверяет кружки, у них глаза на лоб лезут. Что это и денег тут тебе, и доллары, и евро, что-то какой-то урожайной недели. Ну, как бы, а выжимать деньги – это плохо. Так вот, навел меня на эту мысль один итальянец. Я прочел в журнале «Огонек». Еще это было при советской власти. Я это запомнил на всю жизнь. Один итальянец открыл ресторан. И на ресторане написал объявление. Дорогие посетители, сеньоры и сеньориты, если вы пообедали в нашем ресторане, пусть каждый из вас заплатит столько, сколько считает, насколько он съел. И у него доходы выросли в 2 раза. Если деньги не вымогать, а их будет больше. Потому что добрее нашего народа нету. Сегодня стало модным молодым венчаться в церкви, но браки от этого распадаться не перестали. Конечно. А при чем? Что, венчание это гарантия от распадения брака? Никакой. Я даже заметил, чем богаче свадьба, там, тем скорее развод. Молодожены поживут в свое удовольствие, а потом разводятся. Я говорю о невоцерковленной молодежи. Ну, все правильно, наблюдение. Объясните, пожалуйста, тайную сокровенную сторону венчания. Насколько это серьезно? И что такое развенчание? Развенчания в церкви не существует. Это какие-то бабкины сказки. Возьмите требник, найдите там развенчание. Я продам свою машину, отдам всю сумму тому, кто найдет мне в требнике развенчание. Нет там такого.
и никогда не было. Каковы последствия таинства развенчания? Ну, нет такого таинства. Можно ли, опять развенчавшись, венчаться с другим человеком? Да хоть обвенчайся с тысячью. Это есть такая прекрасная русская пословица, я вообще люблю пословицы. Но звучит так, как мертвому при партии. Можешь хоть с котом своим рыжим обвенчаться. Никакого толку нет. Но просит все-таки рассказать о венчании. Пожалуйста. Два человека, два христианина, мужчина и женщина, сначала понравились друг другу, после годичного или двухгодичного изучения друг друга решили создать семью. Решили создать семью. После этого, в течение трех воскресений, священник объявляет всем, что такие два человека желают вступить в брак. Не знает ли кто из людей причины, по которой им в брак вступать нельзя? После этого происходит помолвка. И от помолвки до заключения брака составляется брачный контракт, список гостей, выбирается время, готовится подвенечный наряд, зовутся гости и так далее. Родственники, там, друзья, знакомые. Что, почему такая серьезная подготовка? Потому что эти два христианина хотят создавать домашнюю церковь. Вот, и церковь их венчает. А что такое венчание? Это таинство. Таинство, когда благодать Святаго Духа сходит на эту пару в благословении священника от имени церкви. И вот эта благодать им дается не чтобы пожить, а дается на создание домашней церкви. Если два молодых идиота, которые никогда слыхом не слыхивали ни о домашней церкви, ни о Евангелии, их венчать, это все ж козу с козлом, толку не будет. Потому что козел с козой, они только временно соединяются. А потом даже забывают друг о друге. Ну, они как животные. Поэтому, хочешь венчая, хочешь нет, все равно это все развалится. Венчание – таинство, а таинство только для христиан. Покаяние – только для христиан. Таинство священства – только для христиан. Таинство брака – только для христиан. Таинство венчания, миропомазания на престол государственный – только для христиан. Причем только православных. Поэтому, если из других религий император берет себе невесту, то она принимает сначала православие, а потом их уже венчают на царство. Все таинства церкви только для христиан. Поэтому, если люди приходят, говорят, что вот они христиане, а такими не являются, я даже дернусь сказать, что это вообще не действительно. Ну, как некоторые там силком приводят человека в церковь, толкают там на исповедь, ну иди к батюшке, а он не бей, не менее кукареку. Ну и что? А вот надо причиститься. Ну, причистился дальше, чем получит от причастия? Да ничего. Только в суд себе или в осуждение. Причастие только для христиан. Для человека, который любит Христа, который хочет жить по-христиански, который сокрушается в своих грехах, который хочет достичь Царства Небесного. А не чтоб там цветочки, лимузины, кольца, кукла на радиаторе, пьянка и потом побои. Чем кончается обычная свадьба? Мордобой. Вот. Это все не христианское затея.
Поэтому даже священник говорит: «Господи, славу и честь увенчай я». А Господь не дает никакой благодати. Потому что не надо метать бисер перед свиньями. Свинья должна сначала стать человеком. Так. Пойдем дальше. Что-то много. Я тут погибну на этих. Сколько у нас времени? Так. Родственница очень сильно больна, не хочет одевать крест. Не одевать, а надевать. Когда же мы будем по-русски говорить? Говорит, что он ее душит. И соборолась она без креста. Что вы посоветуете? Да ничего. Есть понятие монофизис – одна природа, диафизис – две природы, миофизис – единая природа. Столпы православия исповедовали миофизис. Я не знаю, какие столпы. Дело в том, что церковь исповедует две природы во Христе. Написано, какое понятие ближе к православию. Понятие двух природ во Христе – это не ближе к православию, это и есть православие. А монофизис – это не православие, а называется монофизитская ересь дохалкидонская. Допустимое количество соборований в год. Я всем своим духовным чадам рекомендую раз в году пособороваться. Если в течение года человек заболел смертельной болезнью, смертельной, ну, например, самое распространенное из смертельных – это рак, то собороваться еще раз. В этой болезни один раз еще пособороваться. Скажите, пожалуйста, в 1974 году я вышла замуж и сейчас узнала, что мы с мужем троюродные брат и сестра. Как можно сейчас как-то вымолить этот грех? Как? Тут не вымаливать надо, про вымаливание мы уже говорили, а нужно образцово жить. И Господь увидит, что эти два человека создали христианскую семью, и никаких последствий, которые могут быть при достаточно близком родстве, не будет. Ваше отношение к возможной богословской реформе. Литургии, перевод Писания, язык, катехизис. Есть ли опасность раскола в связи с этим? Опасность раскола всегда есть, потому что люди, очень много людей, к сожалению, гордых. Все расколы происходят по гордости. Вот. А никакой реформы не предполагается в ближайшее время, по крайней мере, на нашей жизни, потому что это никому не нужно вещь. Лучше людей образовать, чем производить реформы. Это гораздо эффективнее. Скажите, пожалуйста, в Москве и Ленинграде Коновалов СС лечит в залах. Я ничего не знаю про товарища Коновалова, но тот, кто лечит в залах, я хотел бы посоветовать всем православным христианам бежать от такого, как от чумы. Я недавно подключила канал «Союз». Стараюсь не пропускать молитвы утренние и молитвы на сон грядущий. Но я не знаю, как правильно себя вести. Я должна только слушать или даже должна повторять молитвы за батюшку. Вообще, дорогая Литочка, пока глазки видят, лучше молиться со мной. А когда уже ослепнем, то можно прибегать и к дискам и так далее. Потому что всегда лучше для Господа, когда человек трудится сам. А здесь иеромонах читает, кстати, очень хорошо, замечательно. Вот, поэтому, ну, можно, наверное, когда человек плохо себя чувствует или сил нет совсем молиться.
какой-то день. Вот я не знаю, после нашей встречи, как я буду молиться. Как вы думаете, необходим ли отбор детей в православную гимназию по принципу воцерковления семьи или брать всех подряд желающих? Это зависит от мощности этой школы, от педагогов, от того, сколько может вместить. Это от этого. Если школа сильная, помещений достаточно, то от этого зависит. А если желающих больше, чем возможности, ну, придется отбирать только такие всякие. Потом, само воцерковление – это вообще не гарантия ничего. Человек может быть, так сказать, очень воцерковленный, и даже кончить там богословский институт, и быть из всего хамла самым главным хамом. И это же образование само по себе, оно дает только возможность знания. Но знание – это еще не есть качество души. Любой там человек, скромный трудяга, он может по своим качествам превосходить любого воцерковленного. Я даже уверен, что такой человек Богу гораздо более приятней, чем очень многие воцерковленные. Я таких воцерковленных даже из храма выгоняю. Вот сам лично, за шиворот. Вот. Я их называю православные ведьмы, которые выполняют дьявольскую роль, чтобы людей отвадить от церкви. Есть такой бабье, который нападает на входящих в храм. Я их отслеживаю и выгоняю. О, какой хороший вопрос. В своих проповедях вы хулите советский строй. Это клевета. Я говорю только о коммунистической религии, которая противоположна религии христианской, и о некоторых персонажей нашей русской истории, которые мне не очень нравятся, потому что они являются злодеями и палачами моего русского народа. А я с детства очень патриотический человек. Поэтому мне очень не нравится, когда убивают русских людей. Независимо от того, делает это мамаша в собственном чреве, или делает это какие-то лысые там или усатые дяди с моим народом. Это мне крайне неприятно. Этим вы отвернете от церкви многих. Кого многих? Они что, в церкви? Те, которые любят злодеев и палачей моего народа, да пусть они отвернутся и бегут от нее подальше, куда-нибудь в пустыню Гоби. Наша жизнь тогда была нравственной. Спасибо, я знаю. В моем роду погибло 22 священника только за то, что они служили Богу. Это такая нравственность? Это очень вообще интересно. Даже есть священномученики. И это какая же это нравственность? Когда друг на дружку стучали, убивали лучших из лучших, и это называется не нравственность, перепутали название, это называется геноцид. То есть, когда убивают лучших. Была нравственной моя бабушка. А бабушка была что, председателем совнаркома? Бабушка к строю какое имеет отношение? И у меня бабушка была, и тоже была нравственная. Она меня, мальчонку, водила в церковь и причащала. И я это помню еще дошкольником.
Вот. Она умерла рано, я еще был в начальной школе, помню. Тоже ходила в церковь, ну и сама она была дочь священника. И что, и при чем тут моя бабушка, какое отношение имеет к этому строю? Бабушка родилась еще до революции. А один из моих дедушек был вообще, в лейб-гвардии служил, в конной артиллерии. Еще в Первую мировую войну участвовал. И, ну, что дальше-то? И никогда не был ни коммунистом, а был репрессирован. И верю, что это он разрешил быть такому строю. Не разрешил, а попустил в наказание нашего народа. Почему? Потому что, ну, не понимали. А когда ребенок что-то не понимает, используют витамин R. Так же и Господь попустил эту власть, чтобы народ усвоил, выздоровел. Некоторые не выздоровели до сих пор. К сожалению, болезнь оказалась затяжная. Не было бы такого большого количества верующих, если бы не то время. Какое количество? У нас в церковь входит 8% населения. Это что, большое количество? Нет. К сожалению, очень небольшое количество. Прошу от всего сердца порекомендовать высшей церковной власти. Но вы что, смеетесь? Вы думаете, высшая церковная власть, она вообще такая глупая? Вы знаете, высшая церковная власть – это архиереи Божии. Вот есть такая наша русская церковная пословица. Архиереи бывают разные, но глупые не бывают. Не надо думать, что архиерей, он глупее, чем поп. Без нас все знает. Понимаете? А те из мирян даже, которые умные, ну, на таком же уровне, они у нас, вот как Алексей Ильич Осипов, он в академии преподает, профессор благословия. Так сказать, все силы используются, и духовенство, и священство, и диаконство, и используются, и миряне тоже. И женщины в духовной академии преподают, если она знает свой предмет и умная. Если у нее ума не хватает, что не надо учить высшую церковную власть, значит, она может преподавать. Если она считает, что она будет учить патриарха и будет учить митрополитов, то, ну, значит, надо ей еще дома блины попечь. Учредите обязательно молебен во всех церквах о жителях Украины, погибающих и бедствующих. Это очень важно. Представляете, что пишет? Мы уже год молимся за каждую службу о Украине, а она только спохватилась. Это говорит о том, как, вот как один мужик говорит, ну а что в церковь ходить? Как не приду, так Христос воскресе поймет. Хорошо, а когда последний раз был? Да лет 8. Вот это из этих авторов. Так, ну это грустная записка, вы сейчас смеете, ее попозже прочитать. Как уговорить супругу усыновить ребенка? Твоя супруга, ты и думай. Как бороться с гневом? Когда гнев вообще вот здесь закипает обычно, где-то в районе солнечного сплетения. И вот когда первый пузырек оторвался и летит кверху, надо начинать молиться. И в гневе ничего нельзя делать. Любое дело, вот разговариваешь с кем, резко замолчи. Если там мешаешь кашу, переставай. Сразу выключи под кастрюлю огонь.
Сначала молиться, пока гнев не уйдет, а потом, иначе ты кашель потом отравишься. Если не помогает молитва, надо молиться с земным поклоном. Господи, помилуй, земной поклон. Если гнев не отходит, выпить полстакана святой воды. И опять в таком же порядке. Господи, помилуй, земной поклон и полстакана святой воды. Обычно самый сильный гнев после третьего глотка святой воды, ну, перед этим, Господи, помилуй, поклон, гнев отойдет. По субботам после елея помазания, когда прославляет Божию Матерь, поклоны надо делать или нет? Это можно. Земной поклон же не есть грех. Поэтому, когда мы делаем земной поклон, мы не согрешаем. Можно ли молиться за некрещенного? Ну, странный вопрос. Человек, что никогда на литургии не был, не слышал. Верные, а оглашенных помолимся, да Господь помилует их, соединит их святей своей соборной апостольской церкви. Или вообще ничего не понимает. Но это можно обратиться к любому священнику, он объяснит. Церковь молится за некрещенных. Оглашенный – это тот человек, который оглашается церковью, готовится к святому крещению. Как объяснить 4-летнему ребенку, что нельзя воровать, врать, сваливать вину на другого? Беседы неоднократно проводились, но у ребенка развивается болезнь клептомания. Есть такой синдром. Детские психологи давно его обнаружили. Называется детское воровство. Обычно это начинается с 8 лет. Мальчику 4. Это говорит о двух вещах. Когда начинается детское воровство, значит, ребенок недоласкан. Нужно утроить усилия. Нужно все время ребенку говорить о том, как я его люблю. Нужно целовать, ласкать, прижимать к сердцу. Американские ученые установили, там проводили специальные исследования. Ребенок должен в течение суток 17 раз обнять, быть и поцелован. 17 раз в суток. Представляете, какая цифра? Поэтому этот ребеночек явно недополучает родительской ласки. Надо ее утроить. Через некоторое время он, возможно, перестанет воровать. Это сейчас пока выше его сил. У мальчика даже синдром воровства начался раньше, чем обычно начинается у детей. Вот. Говорит, что мальчик находится в трагическом состоянии. Что-то в его семье очень большой непорядок. Вот. Поэтому мальчика только пожалеть можно. Так, вот теперь этот вопрос. Я женщина и алкоголик, но не конченый. Бывают запои по 3 дня, хотя редко, но метко. После этого угрызения совести настолько сильны, хоть вешайся. Я стараюсь и молюсь. Найдете вы для меня слово? Найду. У меня вообще в приходе 3 женщины-алкоголички. И что удивительно, все 3 писаные красавицы. Просто, вы знаете, вот, когда мужчины их видят, одну, вторую, третью, они даже не знают друг друга. Не знают, что они алкоголички, мы с ними там занимаемся, у них челюсти отвисали. Но глаз не оторвешь. Такие красотки. Им всем в кино сниматься только. Вот. И если человек начинает жить церковной, евхаристической жизнью, он может преодолеть алкоголизм. Потому что то, что он получает в церкви, гораздо больше, чем он получает от вина. Единственное условие – нужно никогда, ни по какому поводу, не
ни на 8 марта, ни на день рождения, ни на Новый год не пить ни капельки, ни вина, ни пива, ни водки с виски, никогда ничего. И это навсегда. Потому что алкоголизм полностью неизлечим никогда. Женщине еще труднее победить алкоголизм. Поэтому я бы этой женщине посоветовал бы лечь в больницу наркологическую, пролечиться и с тех пор не пить. Если возникнет тяга очень сильная, то ложиться в больницу опять. И так, может, за 2-3 раза, но не сдаваясь, не поддаваясь желанию даже чайной ложечки выпить, даже разбавленной водой. Ни в коем случае. Даже в храме запивать святое причастие только водой теплой. Как мне, вина не наливайте. Если там сок наливают в некоторых храмах, так делают, то это можно. А запивать только теплой водой. И таким образом можно это преодолеть. Можно. Вот опыт есть. Вот 3 мои красотки, вот, они не пьют уже по нескольку лет. Мой любимый вопрос. Как вы относитесь к электронным документам, мировому господству и воссоединению всех вер воедино? Воссоединение всех вер воедино – это абсурд, который не будет никогда. Мировое господство, оно существует. Это те люди, которые решают, где какую войну затеять, кого с кем стравить, кому там, где поднять цены, какую валюту уничтожить, какие правительства сместить. Это есть. Ну, я к этому отношения не имею, потому что, чтобы туда войти, в это правительство, даже быть миллиардером недостаточно. И это самый такой большой верх. А к электронным документам, ну, у нас даже и в патриархии есть электронный оборот документов. Что? Это очень экономит бумагу. Священники с ошибками читают, неразборчиво говорят. Точно. Ой, это бич. Переговариваются, даже смеются во время молебна. Как реагировать? Как реагировать? Господи, спаси и помилуй моего родного батюшку. Вот так надо реагировать. Что вы думаете по поводу присоединения Крыма? Опять, какое присоединение? Крым наш. Это и был, и есть, и будет, и что там. Просто как, это называется восстановление исторической справедливости. И никто никого не присоединял. 97% крымчан вернулись опять, ну, в лоно нашего государства. Потому что украинское государство плохо относилось, если бы оно там было хорошо, кто бы вообще вернулся? Да никогда бы этого не было. Но так как им там было похуже, то и, естественно, они же помнили, когда Крым принадлежал России. Украина новое государство, и вообще, по идее, если бы Ельцин наш не был алкоголиком, а вот по той схеме, которую я говорю, лечился бы, он бы там уже с этими Кравчуком и Шушкевичем договорился, что извините, а вот Крым с флотом, это все вообще-то русское. Но украинцы проявили сепаратизм, взяли нашу столицу древнюю, мать городов русских, отделили от России. Это вообще вопиющее дело. Не только Крым наш, но и Киев наш. Это все наше. Там русские люди, но
сами жители Украины проголосовали за отделение. Им пошли навстречу. Ну, нехай теперь живут богато, как они хотели. А Крым не хотел. Он хотел жить бедно, но в России. Так что вот и, собственно, и все. То есть, ну, нельзя же насильно держать людей внутри страны. Хотя у каждой страны есть какие-то свои интересы и так далее. Если бы у вас была волшебная палочка, назовите, пожалуйста, ваши три желания. Ну, во-первых, она у меня есть, и я все время ее достаю. И вообще у меня все мои желания уже исполнились. Поэтому что их называть, если они уже у меня есть? Все исполнено, поэтому незачем. Я воцерковлена, как вы сказали, молюсь, пощусь, причащаюсь. Мое место на кладбище. Вот это хорошо, когда есть место. У меня тоже есть. Но просто, ну, я надеюсь, что меня с папкой, с мамкой похоронят, с крестной, с дедушкой. Там, это хорошо, когда есть место. Я поздравляю. Независимо от того, дорогая моя, замужняя за некрещеным, это или рыбам не влияет. Поэтому не надо придавать этому большого значения. Значит, жил ты в сердце любовь или нет? Потому что если ты стяжал любовь, твоя любовь с твоей душой Бога. То, что Бог, даже если захочет тебя взять, он не сможет. Человеке крестик. Нет на нем крестика. Мужчину, женщину. Поэтому мы должны печься только об одном. Об этом сегодня была наша беседа. Они все глупости. Тебя на попа поставили, на попа не надо. Вертикально поставили, тебя закопали. Но не играет никакого. Что такое дела Николаитов? Это была, ну, можно выражаясь по-нашему, предаться. И устраивали там всякие оргии. И вот дела Николаитов осуждает Священное Писание. Считаете ли вы, что события на Украине, трение с Западом, предвестники, последними было и царствование Петра Великого в России? И десятки миллионов людей уходили в леса. Это тоже, ну, Петр, он в монастыри запрещал постригаться. Всем, кроме отца, запрещал им поклоняться. Очень много таких реформ, всяких проделал. Упразднил патриарха, самый великий из православных народов, который есть на нашем маленьком земном шаре. Начнем общину церковную возрождать, возрождать российскую семью. Вместо абортов рожать детей. Мы станем самым могущественным в мире государством. И это апокалипсис отъедет еще на 100 лет, еще на 200. Все зависит только от нас. Причем сидящих здесь в зале. Потому что мы есть церковь. Если мы это будем совершать, то Господь нам даст время. Если не будем, все будет как всегда, ну, тогда... Можно ожидать, очень сейчас быстро события развиваются. Мы с вами можем ускорить это или отодвинуть. Когда были еще времена святых апостолов, они думали, что апокалипсис наступит при их жизни. Но христиане, которые жили после апостолов, следующее поколение, они все своей жизнью отодвигали апокалипсис. И отодвинули вот до наших дней. 2000 лет отодвигали, и мы можем отодвинуть, или не отодвинуть. Это уже каждому из вас предстоит самому решить. Я вот, со своей стороны, стараюсь как можно дальше эти времена отодвинуть. Но один
поле не воин. Как отец Иван Христиан, то есть Кронштадтский, он же не смог отодвинуть революцию. Хотя все предупреждал. Все понимал, все видел. Умнейший человек, духовную академию кончил. И ездил по всей России, предупреждал. Ничего не случилось. Мужчина женат, брак венчанный. С женой живут, как соседи. Мужчина встречается с другой женщиной. Ваше мнение? Мое мнение такое очень простое. Не приведи Господь. Как относиться к такому явлению, когда священник начинает вести активную политическую деятельность, критиковать власти публично, призывать к протестам, сам участвует в них, в этих протестах? Как относиться? Ну, я бы такого пожалел человека. Просто у него у бедного нервы сдали. Но я-то уже старый, так сказать, седой волк. Я считаю, что это... Ну, для священника, я не знаю еще ни одного священника, который бы такими вещами занимался, который бы хорошо кончил. Поэтому надо как-то на батюшку утешить, его пожалеть, может тоже как ребеночка к сердцу прижать, поцеловать, успокоить, чтобы он не нервничал. Потому что священник должен быть спокойный, трезвый, без всяких нервов. Вот. Потому что все, начиная от священника Григория Гапона и кончая вот недавно отошедшим бывшим священником Глеб Павловичем, как фамилия Якунин, да, кончили весьма печально. Остались у разбитого корыта, а Гапона вообще повесили бедного. У нашей общины сожгли храм. Во мне зреет решение пожертвовать свои пенсионные накопления. Как правильно это сделать? Ну как, к настоятелю обратиться? В тайне большую сумму не положишь в кружку. А явно грех ли? Нет, ну почему, если с глазу на глаз, какой тут грех? Можно ли слушать аудиозаписи Библии? Можно, для этого их изготавливают. Можно ли беременной собороваться? Нужно даже обязательно. Во время беременности хотя бы один раз нужно пособороваться, желательно поближе к родам, на 8-м месяце. Это, если есть угроза выкидыша, нужно сразу собороваться. У дочери нашли на УЗИ патологию. Винит во всем меня. Ну, молодец, правильно. Сколько раз в году можно собороваться? Это я уже говорил. Чем отличается смирение от равнодушия? Когда мне родители начинают жаловаться на своих детей, вот как тут мама на дочку, я всегда говорю, у тебя дома есть шкаф с зеркалом? Есть, говорит. Я говорю, подойди и плюй в зеркало. Твоя дочь, твоя воспитанница. Если она говорит, что у нее патология, а ты виновата, да это твое воспитание. Я вот не представляю, чтобы моя дочь меня бы в чем-то обвинила. Это вообще... Как-то вообще, как это возможно вообще в голову прийти? Что это такое было за воспитание, чтобы дети потом обвиняют родителей? Продолжает ли существовать проект по созданию православных медицинских центров? Кто этим занимается? Интересует сотрудничество? Доктор Лена. Лена, нет. Этот проект, центров таких не получается, вот, но при многих епархиях создаются такие центры кризисные, но где помогают, ну, чаще всего беременным, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Вот есть и приходские врачи, которые ходят в данный приход, если оказываются там акушеры, гинекологи или даже кардиологи.
кто они там помогают. Можно ли ограничить общение с неверующими родителями? Ну, разумеется, ибо оставить человек отца и мать свою и прилепиться к жене своей. Или, как Христос говорил, кто мне? Брат и сестра и мать. Тот, кто слушает Слово Божие. Если мать безбожница, и от нее исходит какое-то зло, то лучше вообще расстаться. Можно ли читать молитвы при неверующих родителях? А зачем при? Ну, отошел в другую сторону и помолился. Зачем раздражать? Родители давно умерли. Какова судьба их ангелов-хранителей? Может ли сейчас молиться этим ангелу-хранителю? Нет, такой практики нет. Мы не знаем. Может, Господь этим ангелам поручает еще какую-то службу. Это об этом неизвестно. Ну, скорее всего, но, по крайней мере, они отлетают от усопшего человека и сопровождают его туда, на суд Божий. Всегда, когда человек умирает, его два ангела встречают. Вообще, каждый человек, он имеет таких двух ангелов. Один дается человеку при рождении, а второй при крещении. Является ли грехом оплата работы учителя в приходской школе? Да какой ж тут грех? Я руководила приходской школой в Лондоне на протяжении 10 лет. Школа существовала только на пожертвования родителей учеников. Дети прихожан и просто у русскоязычных семей. Ну, где какая форма есть, где бесплатно, согласны. Ну, так и слава Богу. У нас в храме, например, казначей храма работает бесплатно. Мало того, на свои собственные деньги заасфальтировала всю территорию храма. Не то, что зарплату, жалование получает. Нет, работает. Она экономист по образованию, еще на свои деньги благоустройством занимается. Так сказать, огромная у нас территория, там 1,5 гектара, и она, ну не всю территорию, там еще садик, так сказать, ну, заасфальтировали, ну разное. А есть казначей, который жалование получает, у которого это единственный источник дохода. А у нее еще есть источники дохода, муж богатый. Так сказать, вот. Как избавиться в семье от грубости и хамства? Молиться? Молиться. Ждать? Нет, ждать не надо. Терпеть? Терпение пригодится. Или есть еще какой-то метод? Самый главный метод – пресекать. Пресекать. Все члены семьи должны с сегодняшнего вечера знать, то больше хамства не будет допущено никогда. Все. И это строго последовательно выполнять. Что будут произведены такие действия, которые будут неприемлемы для другой стороны. Так. Просьба рассказать о себе в ресторане. Сейчас. Можно ли верить доктору Корошеву? Не знаю, не знаком. Мы хоть и называем себя православными, но во многом равнодушны и инертны. Точно. И чтобы раскачать нас на молитвенный подвиг, как минимум нужен авторитетный, заслуженный доверие человека. Не, не поможет никакой человек. Этот человек должен сам себя раскачивать. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие. В них же не спасение. Убивают наших единокровных и иноверных в землях украинских, а мы говорим, что мы можем сделать? Мы люди маленькие. Церковь помолились в воскресенье и разбежались.
Может быть, возможно, вашу передачу призвать ежедневно в определенное время к молитве опять. Что, неужели в вашем храме, Наташа, у вас не читают молитву, которую патриарх благословил читать во всех храмах Русской Православной Церкви? Причем находящихся не только в России, но и вообще во всей Вселенной. А у нас храм даже в Антарктиде есть. Есть храм на земле Франца Иосифа. Батюшка, я и папа алтарники в храме. И когда мы читаем записки, бывают подчерки. Подчерк пишется без буквы «Д», мой милый. Непонятные, и некоторые имена можно прочитать, а некоторые нельзя. Как быть в этой ситуации? А надо сказать: «Господи, помяни всех рабов Божьих, имена которых ты знаешь сам». Расскажите, пожалуйста, о своей общине. В чем это выражается, кроме совместного богослужения? Кроме совместного богослужения у нас есть гимназия, два детских дома, сестричество во имя Елизаветы Федоровны, есть братство во имя святого Гермогена, есть издательский отдел, есть радиостанция, есть мультиблок, есть строительный отдел капитального строительства, есть сад, есть конюшня, есть что у нас еще? Да, детский лагерь, конечно, есть летний. Не знаю, что я забыл. Да, воскресная школа есть. Нет, 15 только в одном храме, и в другом 5. Всего у меня 21 священник со мной. Как понять, где воля Божия, а где своеволие? Ну... Это вообще-то вопрос тонкий. Тут нужен опыт. Сходу иногда бывают ошибки. Тут вот, ну, в общем, это только опытным путем. Уместно ли крестной маме подсказать родителям младенчика, если она видит, что они заблуждаются, или лучше воздержаться и молиться о нем? Ну вот, Ирочка, уместно это вы сами должны определить. Если вы видите, что они смогут ваше слово принять, тогда подсказать можно. А если видите, что бесполезно, лучше молча помолиться. То есть обязательно важно определить, будет ли бисер ваших слов принят, или они, как свиньи, потопчут этот бисер ногами. Как быть, если стыдишься своих грехов, поэтому утаиваешь их на исповеди? Человек, который утаит грехи на исповеди, подобен человеку, который пришел к врачу и утаивает то, что у него болит. То есть исцеление не произойдет. Это тогда бессмысленно ходить на исповедь. На исповедь, и священник говорит перед исповедью: пришел еси во врачебницу, да не исцелен отыдешь. То есть, чтобы тебе не отойти исцеленным, нужно назвать, что у тебя болит. А если ты не называешь, стесняешься, то тогда ты останешься неисцеленным. Ну, если уж совсем стесняешься, ну, на бумажке напиши. Как настроиться на исповедь? Ре фа ля фа ре фа. И настроиться. Что делать, если грехи повторяются? Просить Бога о том, чтобы не повторялись. Ребенок умирает из-за ошибки врача. В этом случае врач является орудием в руках Божьим. Как относиться к таким случаям? Ну как относиться? Так же, как относиться к больному ребеночку.
состраданием, сожалением, ну как, горе есть горе. В молитве сказано «Отче наш», видим и не видим. Расскажите на примере видимости Вышнего. Правильно ли я понимаю, что Господь – это свет, солнце, высший разум? Ну, это правильно. Почему не молимся? Почему не ходим в храм? Почему люди не ходят в храм? Потому что не хотят. Как вы относитесь к развитию скаутского движения в нашей стране? Всякие занятия с детьми очень полезны. Для детей. Но для взрослых вообще тоже. Потому что вот когда занимаешься с детьми, и сам молодеешь, и сердце твое исполняется умилением. Я вот очень люблю заниматься со своими сиротами. При венчании и бракосочетании следует идти прежде к Богу или кесарю. Не совсем понятно, что человек имеет в виду. Нет, сначала ЗАГС, конечно. А уже потом само венчание. В нашем городе церковь требует прежде представить свидетельство о браке. Совершенно верно. А после этого венчаться. Но церковь в субботу не венчает. А ЗАГСы в пятницу не регистрируют браки. Моему близкому человеку предстоит свадьба. Я настаиваю на том, что Бог выше кесаря, поэтому следует прежде венчаться. Но это опять такой умный, который учит церковь. Он лучше знает, чем знаю я, святейший патриарх, архиерей, руководитель епархии. Он знает, что надо вперед, что выше, что ниже. Если я не права, направьте меня, пожалуйста. Конечно, не права. Вот, а что тут направлять? Регистрируешь брак в какой-нибудь день, ну, допустим, в среду. Потом венчаешься в следующий понедельник. Ну, какие вопросы-то? Или там в воскресенье, пожалуйста. Как вы относитесь к маслу школы покаяния? Не знаю такого человека. Скажите, пожалуйста, храм нуждается в ремонте. Должен ли священник все затратить, возлагать на прихожан или свои траты уменьшить? Спасибо. Что значит должен? Если прихожане платят ему по 2 миллиона в неделю, то там в понедельник миллион и в субботу миллион, то он может там несколько сот тысяч пожертвовать на храм. То есть никто никому ничего не должен. Все делается в церкви добровольно. Вот когда же мы это поймем? Церковь – это не подводная лодка, где все должны и все регламентировано. И это совершенно ни к чему. Батюшка, наша семья очень любит вас. Ой, спасибо. И смотрит все передачи с вашим участием. Но это уже, конечно, врут. Иногда вы бываете резки в ответах. Мне моя жена тоже говорит. Она меня даже так встречает, но, говорит, сегодня шашкой не рубил. Я говорю, нет, нет. Она даже уже боится смотреть. Очень переживает, что я кому-нибудь голову снесу. Я говорю, да я любя. Скажите, а бывает, что ваши прихожане на вас обижаются? Бывают. Более того, регулярно кто-нибудь приходит, а я говорю, ты куда пропал?
а я был, батюшка, на вас в обиде. Я говорю, ну прости. Даже вот, чтобы вас развеселить, расскажу этот случай. Это тоже был давно. На исповеди сижу, подходит одна женщина и говорит, ну, батюшка, я вот никогда не исповедовался, может, вы мне поможете, как вообще? Я говорю, ну, давай. Матом ругаешься? Ругаю. Воровала? Нет, ну так чужое брала и с работы там что-то так. Мужу изменяла. И представь, что она мне говорит? Не помню. А у меня с языка срывается. Что, пьяная была? Вот. Ну, поговорили, я разрешительную молитву прочитал, причастился человек. Ну, а потом пропало, но очень часто же приходят люди на один раз, а потом исчезают. А потом у меня за ящиком у нас парень, Тёма, сидел, вот, и говорит, тут батюшка приходила одна женщина и сказала, что она на вас обиделась. И я говорю, а что я такого натворил? А вот вы ее спросили, изменяла мужу, вот, а она говорит, не помню. А вы сказали, что пьяная была, и она обиделась. Я говорю, ну, Тём, ты можешь себе представить, вот женщина и не помнит, изменяла мужу или нет. Ну, это же может только в пьяном виде. Он говорит, вообще-то верно. Я говорю, на что тут обижаться? Вот. Но потом сейчас ходит в храм. Все. Через 8 лет отошло. Так что бывает, я уже больше никому не говорю. Даже не спрашиваю, изменял или нет. Хочешь каяться, не хочешь, не надо. По преданию от греков многие учили, что армяне – монофизиты, еретики. Сейчас выясняется, что это ошибка, и многие их называют миофизитами, например, Илларион Троицкий. Троицкий пишется через «ц», потому что «тро» и «ца». Гермоген Псковский, Александр Шлеман, патриарх Алексей II, патриарх Кирилл, Илларион Алфеев, Алексеян и многие другие. Как вы считаете? Есть книга профессора Богословского института отца Олега Давыденкова. Он этот вопрос исследуют с церковно-научной точки зрения. Отправляю к этой книге. Я не являюсь профессором богословия. Вот, но этому исследованию я вполне верю. Вот. От этого армянам ни тепло, ни холодно. Чтобы армянской церкви перестать быть монофизитами, для этого нужно очень просто. Собраться во главе с патриархом-католикосом всех армян, с собором епископов, и подписать определение Халкидонского собора 4, 5, 6 и 7. И все, и будете православными. Но же армяне этого не делают. Поэтому у меня в храме много армян, и все православные, и все иконы почитают. А вы в армянский храм придете, вы икон там не увидите. Потому что определение 7-го Вселенского собора они не подписаны. Поэтому подписать определение 4 соборов, они признают только 3. И будете православными, войдете в семью православных народов, все будет в порядке. Ну не может быть церкви одной национальности. Это только иудеи они принимают в иудейство, только евреи. Получается, армяне, будучи христианами, а в этом никто не сомневается,
что они христиане. Они в свою церковь только для армян. Что это такое за богоизбранность? Церковь, она единая, святая, соборная и апостольская. В церкви нет во Христе ни эллина, ни иудея. В моем приходе 35 национальностей. Есть и негры, есть и мулаты, и есть вообще совершенно разные люди. И что, какая разница? А армян нет, вот армяне. Извините, а где тогда христианство? Ну ты умный, я дурак. Я очень рад тому. Но почему называется церковь армянская и почему не подписывают оросы Халкидонского собора? Почему? Все исследовано, богословие все записано. Наши русские армяне все прекрасно по-русски говорят, не хуже, чем по-армянски. Ну что, взять епископа, многие учились в нашей духовной академии. И почему не подписать? Причем есть армяне, униаты, то есть католики. То есть приняли католическую веру с сохранением армянского обряда. Чтоб не стать православным, ну хотя бы на территории Руси Великой. Нет, ну так и что, на нет суда нет, никто же их не заставляет. У меня полно друзей, я армян и даже среди епископов. Я вот в Гюмри ездил с Медведевым, мы там освещали эту часовню на кладбище русских воинов. И, так сказать, все, и вместе общались, и вообще никаких противоречий нет. Чисто по-человечески. Но церковный шаг должен быть со стороны армянской церкви. Мячик на стороне армян. Поэтому чего? Мы говорим то, что есть. Можно ли разводиться в венчанном браке? Если люди развелись в венчанном браке, то считаются ли они по-прежнему мужем и женой? А кем считаются? Считается, не считается. Была семья, а сейчас распалась. Даже если кто-то там что-то считает, ее семьи-то уже нет. Она умерла. Просто... Это венчание для людей было формальным, а к таинству церкви нельзя относиться формально. Семья – это святыня, это дар Божий. Семья – это фундаментальный признак, который отличает человека от животного. Фундаментальных таких признаков пять. Разум, слово, религия, брак, стыд и совесть. Если человек теряет какие-то из этих свойств, он приближается к животному миру. Он уже перестает терять свои человеческие свойства. И брак – одно из них. Поэтому потеря семьи – это трагедия. Мне 44, ему 24. Хочет семью, любовь взаимная. Как относится к этому церковь? Расстаться или под венец идти? Ну, этот вопрос нужно исследовать уже священнику, который будет вами заниматься. Обычно эти браки недолговечны. Но, слава Богу, бывают счастливые исключения. Я знал одного человека, у которого жена была на 17 лет старше. И брак был наисчастливейший. Мой дед был младше бабушки на 6 лет. Моя мать была старше отца на 4 года. Мой брат младше жены своей на 2 года. То есть семейная такая традиция.
Вот. Поэтому я к этому отношусь спокойно. Разница здесь, конечно, великовата. 24 и 44, это, конечно, очень серьезно. Вот. Но знаю тоже вот одну женщину, она сейчас вдова, муж ее погиб. Вот. Он был ее старше на 15 лет, то есть младше. Вот. И любовь у нее к нему до сих пор сохраняется. Вот. Так что бывает. Исключения. Но это надо, чтобы священник уже их так, ну, очень подробно, так сказать, и допросил, исследовал этот вопрос, прежде чем благословлять. Потому что это же необычно. Ей даже, ну, не знаю, сумеет ли она дитя родить в таком случае. И потом, ну, подумай, через там 10 лет она уже будет пенсионерка, а он, ему будет 3-4 года, молодой лось. Ну, я не знаю вообще, как это будет дальше продолжаться. Что делать, если дочь 15 лет не хочет учиться, даже не хочет в будущем учиться после школы и работать тоже? К сердцу прижать или плюнуть в свое отражение? А вы знаете... Одно другое не исключает. Например, надо сначала, конечно, плюнуть, потому что это проще. Это проще. Вот. К сердцу прижать. Это очень хорошо. У девочки переходный возраст. Сложнейший возраст. Весь ребенок, он идет как бы в раскоряку. То есть у них даже бывает так. Рост рук опережает рост ног. Могут уши сильнее расти. То есть, ну, все приходит в разлад. Вся идет гормональная перестройка. Ребенок несет иногда такую околесицу. Поэтому до того, как этот период начался, нужно успеть очень крепко задружиться. Чтобы эта дружба, любовь была столь сильна, чтобы, ну, девочка при всей вот, ну, дури, которая будет выпирать в этом возрасте из ее головы, сердца, чтобы она не превысила ну, какого-то порога. И у нее тоже сохранилась любовь к матери, благодарность и так далее. То есть если мы в 15 лет начнем этот процесс, это поздновато. Возможно ли церковное поминовение усопших сродников, отпевание, которые совершили священники Киевского патриархата? Так, усопших сродников. Да, очень интересный вопрос. Дело вот, что мы можем поминать всех людей, независимо от того, отпевали их или нет. Поэтому это не влияет. Но надо понимать, что те люди, которых крестили в Киевском патриархате, они не являются крещенными. А те, кого там венчали, они не являются венчанными. Только в соединении с настоящей церковью, а не раскольничной группировкой, это можно, как теперь говорят, утвердить легитимность этого события. А это просто Мишка Денисенко, он никакой не патриарх. Вот. Когда-то он был митрополитом Русской Православной Церкви, но он клятвопреступник и лишен сана, монашества и отлучен от церкви. Что значит отлучен от церкви? Это значит, он не является христианином. Это просто простой мужик, который шил себе патриарши одежды и сам себя назначил. Это любой из вас, вот сидит симпатичный человек с белой бородой, его облачить в патриарха, и он может вполне выглядеть как патриарх.
но он таким не будет являться, потому что это самозванство. Поэтому никто, ни одна церковь на земле, ни православная, ни католическая, кроме, там, может быть, этого самого, как там был этот, Ющенко у него причащался, и американский посол приходил на его службы. Никто не признает их за церковь. Так что это незаконно. Чем отличается смирение от смиренно-мудрия? Смирение – это уже человек достиг добродетели. А смиренно-мудрие – это путь к смирению. Это когда человек с мудростью совершает шаги для приобретения смирения. Ну вот, например, человек, который не вступает в спор, а благоразумно молчит, потому что спор рождает только распрю. И апостол Павел говорит: немощного в вере принимай без споров о мнениях. Вот как человек, мы сейчас говорили про монофизитов. Вот я с ним совершенно не спорю, что там ты прав, я не прав. Он меня спрашивает о моем мнении, я это мнение высказываю. Все, никаких споров. Ты хочешь так? Так. Апостол Павел мне запрещает спорить на эти разные мнения. И я этому строго следую. Почему я это делаю? Потому что мне не хватает смирения. И я поступаю смиренно-мудро, чтобы его приобрести. Поэтому, несмотря на то, что у нас с ним разные мнения, у меня в душе ничего не восстает. У меня нет против этого человека ни гнева, ни раздражения. Попросит у меня взаймы, я ему сейчас дам. И, так сказать, все. Вот что такое смиренно-мудрие и как оно отличается от смирения. Все, мои родные. Сколько мы могли вместить, братья и сестры, за 2,5 часа, столько мы вместили, позвольте всех вас поблагодарить и сказать вам такое пожелание напутственное. Сегодня мы встречались со священниками, с Волгоградской епархии, с Волжской приглашали, с другой. И пришло не очень много, но священники об этом тоже услышали, что с людьми нужно разговаривать. Поэтому вывод такой вот у меня, что у вас очень много вопросов. Это слава Богу. Пожалуйста, подойдите в своем храме и, не боясь, спросите, или письменно, или устно, просто спросите: батюшка, а когда у нас в храме беседы с прихожанами? Вот когда будет? Вот беседа с прихожанами. Сейчас патриарх там вот выпустил такой указ, что даже раз в год минимум собрание полностью с прихожанами, да, подвести итоги, там все, отчеты. А вот когда беседа с прихожанами, есть тут вопросы там прийти. И батюшка задумается, но я думаю, он не скажет «нет» и не будет с тобой беседы. Вот следующий вопрос идет, если что. А когда у вас приемный день на приходе? Есть вопросы? И вы, пожалуйста, спрашивайте, начиная от того, как креститься, как читать Святой Божий, и заканчивая там, чем хотите, Украины, Антарктиды. Это нормальный как бы ход. Богородицу, Христо Блаженство.